Привет, мы на Бали, мы летели отдыхать сюда на самолете вместе с прошлой молью. Слушайте, ну прикольно, мы сейчас таки заходим на борт самолета, и я такой прохожу мимо рядов, вижу знакомые лица, а там сидит вокалист прошлой молли, и ну, я не так хорошо разбираюсь в лицах, но, по-моему, это чувак из группы Нервы. Вот, и мы походим мимо, такие говорим: о, здорово, чуваки, типа я вас узнал, даем друг другу пятюни. Так мы погружаемся на борт, прилетим такой музыкальной компании. Короче, я вангую, сейчас мы зайдем за вот этот вот угол, и там чуваки из прошлой моли. Я же говорил. Мы пережили этот полет, мы второй раз дали пятюню Курту Кобейну, и наш чемодан тоже его пережил. Ты как? На нашем YouTube-канале есть ролик об этом совместном перелете, о том, как мы добирались потом до отеля, как мы заселялись. Там же уже выложен ролик о том, как мы ходили в лес обезьян. Обезьяны там прикольные, есть типа совсем маленькие няшные, которые такие трогают себя своими маленькими ручками за ноги, когда ты проходишь мимо. А есть такие типа здоровые и быдланские. В какой-то момент две обезьяны запрыгнули мне сзади на спину на рюкзак, вскрыли рюкзак, вытащили оттуда венс и убежали. По мере нашего пребывания здесь мы будем еще много снимать и монтировать, так что заходите на наш travel канал, подписывайтесь на него, чтобы не пропустить новые ролики с Бали. А мы погнали на вулкан.